ITF считается? это было очень давно. Нет, не помню, правда. Я их просто всех давно знаю, они меняются, одни и те же люди, но бывает, что у них, да, какие-то зашаги ниоткуда берутся, тебе присуживают за шаг, потом они делают какие-то странные overrules, то есть, допустим, мяч попадает в корт, запасом он кричит «out». Нет, примет у меня особо нет, потому что я стараюсь на этом не зацикливаться. Я всегда боюсь, что если вдруг что-то не получится, как до этого, я просто с ума сойду и не хочу зацикливаться. Я думаю, что мне просто спорт можно уже скоро поменять и боксом начать заниматься. Я подумаю над этим.